Тереза, Антонио для меня очень много значит. Значит, ты его простишь? Да, прощу. Но это не самое страшное. Если узнают мои родители, мы никогда больше не будем вместе. Они никогда его не простят. Я никогда не выйду замуж. Валерия, не думай об этом. Свадьба состоится уже завтра. Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.